Здравствуйте, у меня такая миссия весьма скромная. Я должен напомнить тем, кто, может быть, не знает, куда он пришел, какой повод собрал здесь вот этот вот зал. Большинство из присутствующих, или, по крайней мере, часть из них, я думаю, чуть больше года назад были на представлении нового диска нашего питерского исполнителя Алексея Брунова по песням Висбора «Я всю память листаю». Диск тут делался долго. Вот. Представление было, по-моему, очень удачным в творческом плане, во всяком случае. И вот не прошло и полутора лет, как Алексей Брунов, которому вот как раз за этот период, который отметил свой юбилей полувековой, это из афиши можно видеть, это называется «Вслед 50-летия Алексея Брунова». Так вот, он успел еще сделать такое количество новых исполнительских творческих работ, и такого качества, это я уже говорю как слушатель, если в первой работе я какое-то участие принимал, то вот тут я был чистым слушателем, я получил, когда в руки этот диск новый, выпущенный Алексеем Бруновым, и послушал его весь безостановочно, я тут же включил его опять сначала и еще раз переслушал. Вы знаете, у меня ощущение, что вот эта новая работа, ну, так сказать, по уровню художественному, который, наверное, сегодня будет как раз представлен воочию всему залу, во всяком случае не уступает тому. Многие песни, которые я знал давно, и песни, которые я впервые услышал, причем песни абсолютно разные, абсолютно разных авторов, не похожих друг на друга, вдруг слились в какое-то вот необыкновенное единство. И я, когда вот читал только список песен там, я вдруг подумал, он сделан как-то очень пестро. Вы знаете, там есть такое внутреннее единство, у этого диска есть душа. Это так я для себя сразу определил. Надеюсь, сегодня это услышат многие из того, что прозвучит с этой сцены. Кроме того, следует сказать, что концерт будет делиться на две части. В первой части все, кто работали над этим новым детищем, главным инициатором которого был Алексей Брунов, он всех своих соратников представит, я надеюсь, я не буду их перечислять, их много, и людей этих всех я знаю, и очень тепло к ним отношусь. А вот вторая часть будет, собственно говоря, посвящена самому Алексею Брунову или, собственно, во след его 50-летия. Я сам хочу быть зрителем и слушателем этого концерта, поэтому, предваряя его, я только называю программу. Что сейчас произойдет, я буду смотреть вместе с вами. А вот диск я рекомендую всем послушать просто от начала до конца. Дело не только в каждой отдельной песне, к ним можно относиться так или иначе, эти новые аранжировки, новое видение, оно может кого-то устроить, кого-то не очень, но вот весь диск – это действительно явление, это явление большое, и я очень рад за то, что в свое 50-летие Алексей выпустил такую высокого уровня творческого, художественного вещь. Итак, я приглашаю на сцену виновника, собственно, сегодняшнего торжества Алексея Брунова, а всех его соратников он представит сам. Добрый вечер. Дмитрий Земский, я сразу вам буду представлять моих соратников. А потом, значит, с появлением иных песен будут появляться другие люди. Значит, мы не будем долго говорить что-то между песнями, значит, поскольку песен будет довольно много в первой части,
кроме песен из, из нового диска, мы что-то вспомним из диска «Я всю память листаю», и споем несколько песен анонсовые, которые будут звучать в новом диске, над которым мы начинаем работать в апреле месяце. Знаете, вот у каждого человека есть своя отчизна. Вот у меня отчизна – это Ленинград. Хотя я живу в Москве уже 13 лет. Я когда приезжаю в Ленинград, даже в такую холодную погоду, не очень уютную, значит, я понимаю, что это мой город, у меня всегда щемит сердце. Вот первая песня как раз вот связана, может быть, вот с тем, что у каждого есть такой город, такое место. Музыка Евгения Слабикова, стихи Левитанского. Окрестности пригород, как этот город зовется. И дальше уедем, и пыль за спиною завьется. Но что-то нас гонит все дальше, как страх или голод. Окрестности, пригород, город, как звать этот город. Но что же там дальше, у нас опускаются руки. Нельзя возвращаться на круги. Зачем нам тот город, стоящий за клубами пыль? Тот город, те годы, в которых мы молоды были. Над этой дорогой трубили походные трубы. К небритым щекам прикасались горячие губы. Те губы остыли, те трубы давно отрубили. Лишь память клубится над ними, как облачко пыли. Но снова душа захолонет, а сердце забьется. Вон церковь и звонница, как эта площадь зовется. Вон церковь и площадь, и улочка эта не та ли. Недели клёны над нами тогда облетали. Но сад затерялся среди колоколен и башен. Но дом перестроен, а старый фасад перекрашен. И тех уже нет, а иных мы и вправду забыли. Лишь память клубится над ними, как облачко пыли. Зачем мы стремимся туда, как паломники в Мекку? Зачем мы пытаемся дважды войти в эту реку? Мы с прошлым простились, и незачем больше прощаться. Нельзя возвращаться на круги, нельзя возвращаться. Но что-то нас гонит все дальше, как страх или голод. Окрестности, пригород, город, как звать этот город? Зачем нам тот город, стоящий за клубами пыль? Тот город, те годы, в которых мы молоды были. Еще раз напомню, это Дмитрий Земский. Совершенно замечательный музыкант, аранжировщик. Тебе я представлю Николая Якимова. Кроме того, что он тоже замечательный гитарист и музыкант, аранжировщик, он еще и композитор. Вот в диске «Традиция и модерн» там уделено место как раз вот творчеству Николая Якимова и Евгении Логвиновой. Вот продолжая ту тему, которую мы задали в первой песне, песня Виктора Берковского на стихи
Роберта Рождественского. Посвящение Марку Шагалу. Он стар, он похож на свое одиночество. Ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопросом: а вы не из Витебска? Пиджак старомодный на лацканах вытерся. Нет, я не из Витебска. Долгая пауза, а после слова монотонно и пасмурно: тружусь и хвораю, Венеции выставка. Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит. Какой-то нездешний похожестью дышит, пытаясь до детства дотронуться бережно. И нету ни кант, ни лазурного берега, ни нынешней славы, светло и растеряно. Он тянется к Витебску, растение. Тот Витебск его пропыленный и жаркий, приколот к земле каланчою пожарной. Там свадьбы и смерти, моления ярмарки. Там зреют особенно крупные яблоки. Там извозчик по площади катит. Так вы не из Витебска? Деревья стоят вдоль дороги на вытяжку. Темнеет и жалко, что я не из Витебска. Следующая песня – это песня московского автора Андрея Крючкова, который в том году ушел из жизни в 44 года. Песня называется «Деревенька». Деревенька спит под вербами, боит сказки иртышу. Загляну в окошко первое, на ночевку напрошусь. Свет по полу, как по донышку, разольет янтарный мед. Выйдет добрая молодушка, дверь радушно распахнет. Проходите, скажет окая, отступая. И улыбка синеокою, как зарею по лицу. Крепким чаем станет почивать, суть беседы намечать. Да по имени, по отчеству осторожно величать. Муж-то где? Спрошу негаданно, голос сломится, как жесть. Станет гордым, непрекаянным, был да сплыл, да вышел весь. И обмякнет вся потухшая, будто стегана плетьми. Да заухает подушками: отдыхайте, я с детьми. Утром выйдем за околицу у распутицы дорог. В ноги низенько поклонится, будто вы и царь и бог. До
свидание, скажет Лока, я вам туды, а мне туды. Вот и пожил ночку около чьей-то давешней беды. До свидания, скажет око, я вам туды, а мне туды. Вот и пожил ночку около чьей-то давешней беды. Павел Байков, руководитель Псковского ансамбля «Сказ». Евгения Логвинова, даже не знаю, как тебя представить-то. Да, музыкант, аранжировщик и композитор. То же самое, что Николай Якимов. Мои большие друзья. Это из поэзии Юрия Левитанского. Из ранней поэзии Юрия Левитанского. Листопад, а следом снегопад, и смолка застывает на коре. Как медленно плывет, расталкивая лед, последний теплоход по Ангаре. Осенняя печаль, теперь пылать печам, да в проруби позвякивать ведру и ждать до теплоты, когда пойдут плоты и листья залопочут на ветру, и ждать до теплоты, когда пойдут плоты и листья залопочут на ветру. Неяркий блеск, да тихий переплеск, и ветром с теплохода донесен. То тише, то сильней у ближних пристаней плывет старинный вальс, осенний сон. Елена Казанцева из города Минска.
чужой, оттого и холодный. Горе свое, оттого и болит. Думы мои нелегки, не свободны. Песня моя далеко не летит. Думы мои нелегки, не свободны. Песня моя далеко не летит. Солнце взойдет, я увижу дорогу. Знать, что она в никуда, только б любить одинокого Бога, только бы петь, как живая вода, только б любить одинокого Бога. Только бы петь, как живая вода. Ветер чужой, оттого и холодный. Горе свое, оттого и болит. Думы мои легки, не свободны. Песня моя далеко не летит. Думы мои нелегки, не свободны. Песня моя далеко. Вставайте, граф, рассвет уже полощется из-за озерной, выглянув воды. И, кстати, та вчерашняя молочница уже поднялась, полная беды. Она была робка и молчалива, но ваша честь от вас не утаю. Вы, несомненно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью. Вставайте, граф, друзья уже с мультуками коней седлают около крыльца. И горожане радостными звуками готовы вас приветствовать отца. Не хмурьте лоб, коль было согрешение, то будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения, быть или не быть, любить или не любить. И граф встает, ладонью бьет будильник, берет гантели, смотрит на дома. И безнадежно лезет в холодильник, а там зима, пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит вечер давешний, где был, что ел, кто доставал питье. У перекрестка встретит он товарища, на остановке подождет ее. Она придет и глянет мимоходом, что было ночью, будто трынь трава. Привет, привет, хорошая погода, тебе в метро, а мне ведь на трамвай. А продают у перекрестка сливы, и обтекает постовых народ. Шагает граф, он хочет быть счастливым, и он не хочет, чтоб наоборот. Хочу позвать на сцену Елену Билкину. С нами не смогла
приехать наша флетистка, москвичка Балжан Уразбаева. И вот нас выручает Елена Белкина, профессионал. Профессионал. Елена Белкина, пожалуйста. Это тоже из раннего творчества Висбора, очень малоизвестная песня. Она вошла в диск «Я всю память листаю». Но просто мы ее никогда не поем, потому что нам вот должен звучать еще один инструмент обязательно здесь. А мы вот ее не пели, а сейчас захотели, решили ее спеть. Это, пожалуй, одна из первых песен Висбора, где он перешел от темы спортивно-физкультурной к теме философско-лирической. Называется песня «Романс». Надежды окруженный рванется разузнать, что там в огне, какие убиваться будут жены сгоревших в неразгаданной стране. И долго это горе будет плавать и голосить у ветра на крыле, и долго свет созвездий будет плакать над памятью сгоревших кораблей. Но кто-нибудь опять начнет атаки, чтоб засветить открытий фонари. Но ты держись подальше этой драки, но ты не открывай меня, сгоришь. Значит, песня Леонида Семакова называется «Осень». Вообще про осень написано много песен у наших авторов, но вот это вот, это написано, на мой взгляд, такими крупными мазками, что вот, которые сразу представляют творчество этого замечательного автора. Леонид Семаков, «Осень». Послабело осеннее небо, стало неловко, без грусти. Благословенно осенняя нега, грань перемен и предчувствий. Отголосило усталое лето, спело оно и стихает. Отголосились хлеба и поэты, спелым зерном и стихами. Осень умеет и масло манитры, ростом прокроется глянцем. Осень владеет такой палитрой, что живописцам стреляться. Осень сверкает погожими днями, солнцу слегка подражая, после рыдает косыми дождями. В желтый платок урожая иней несмелый кусается за нос, смолкли последние грозы. Шалю багряна земля повязалась, не устоять и морозу. Бродят по просекам сытые лоси, брезгой липовым лыком брызги рябины. Пометили осень, не отражая.
неугасимой уликой стала зеленой огненно бурой. Бабьим становится лето, губу баб, несомненно, не дур. Кто ж сомневается в этом? Осень красотка в любую погоду, но не стесняется грима. Осень на сцене короткого года. Сорокалетняя прима. Птицы изменницы нас покидают, нам оставляя надежды. Все переменится, листья спадают, словно девичьи одежды. Посоловело осеннее небо, стало неловко без грусти благословенно. Осенняя нега, грань перемен и предчувствий. Вы знаете, существуют такие моменты в жизни исполнителя на сцене, я бы сказал, больше в жизни певца на сцене, когда присутствие музыкантов становится просто необходимым. Я говорю о следующей песне. Это песня известная, песня Булата Акуджавы «Флейтист», аранжировку которой делал Дмитрий Земский. Но там у нас предполагалось на запись, в записи участвовали целый духовой состав. Духовой квинтет. Фагот, три флейты, гобой, гитары. И вы понимаете, что это довольно трудно. Но здесь есть, конечно, опасность выхолостить саму песню, чего Алексею Брунову не удалось, конечно, потому что в нем это заложено, чувствовать песню, и если музыканты присутствуют на сцене, если они записывают альбом, то это очень естественно. Я бы сказал, если вот сейчас вот сделать на Алексея Брунова один луч сверху и оставить его одного, то это было бы хорошо, по-моему, нет? Я хочу еще раз добавить. Полностью сделал аранжировку этой песни Земский, который, в общем-то, гитарист профессиональный, но делал аранжировку для духовых инструментов, что очень сложно. И мне кажется, это ему удалось. Вы там помните, что номер 9, да? Значит, минусовка это называется. Сейчас они... Идут дожди, и лето тает, как будто не было его. В пустом саду флейтист играет, и больше ветка в поле косым омытая дождем. Давно ли, долго ли, легко ли, никто не спросит ни о чем. Ах, флейтист, флейтист, знать
надо вымыкнуть до нитки, знать надо голюшка хлебнуть, чтоб к заколоченной калитке с надеждой руки протянуть. Ах, флейтист, флейтист в старом сюртуке с флейтою послушною в руке. Вот уж день прошел, так и жизнь пройдет, словно сад осенний опадет. Ах, флейтист, флейтист в старом сюртуке с флейтою послушною в руке. Вот уж день прошел, словно сад осенний опадет. Такой резкий переход, чтобы вы не засыпали. Песня Юрия Висбора. Па-да-ба-дам, па-да-ба-дам, па-да-ба-да-дам, па-дам, па-да-ба-дам, па-да-ба-да-дам, па-дам. Мы подъехали к теплому стану. Эй, водитель такси, отвернись. Дорогой, я вас ждать не устану. Дорогая, ты вся моя жизнь. Ах, не судьи себе мы, не судьи. Случай ходит у нас по пятам. А вокруг будто тысячи судеб. Зажигает огни теплый стан. Па-да-ба-дам, па-да-ба-дам, па-да-ба-да-дам, па-дам, па-да-ба-дам, па-да-ба-да-дам, па-дам. Я из Внуково ангелом взмою в отдаленные очень края. Я еще от предчувствия взвою. Посидеешь еще от вранья. Память ваших измен сильно наложит на мое волевое лицо. Гони за ножик, мышь за рюмку и дело с концом. Па-да-ба-дам, па-да-ба-дам, па-да-ба-да-дам, па-дам, па-да-ба-дам, па-да-ба-да-дам, па-дам. А к друзьям меня крепко осудят, но я даю телеграмму, встречай. И с посудой шатаюсь посудну, захожу к корешам незначай. Вы из теплого прибыли края. Я по северным шлялся местам. Теплый стан наблюдая, и в окне теплый стан наблюдая, и в окне теплый стан наблюдая, обнимаю я ваш теплый стан. Па-да-ба-дам, па-да-ба-дам, па-да-ба-да-дам, па-дам, па-да-ба-дам, па-да-ба-да-дам, па-дам. Па-да-ба-дам, па-да-ба-дам, па-да-ба-да-дам, па-дам, па-да-ба-дам, па-да-ба-да-дам, па-дам. Накатится салазками под Новый год, бретельки в довоенном платьице, и шар воздушный катится. Четверг за нас за всех расплатится, и чистых пятницы сдает. И все, что с нами дальше сбудется, ах, сбудется, ах, сбудется, пройдет по этой смутной улице, чтоб знали мы в конце концов, что много лет за нами старыми бредет во тьме кварталами какое-то весьма усталое и дорогое нам лицо.
зеленая, 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 свеча гореньем утомленная, и некий милый человек, и пахнет корка мандаринная, звезда висит старинная, и детство все такое длинное, и наш такой короткий век. И пахнет корка мандаринная, звезда висит старинная, и детство все такое длинное, и наш такой короткий век. Всю ночь бредем мы сквозь сумятицу, 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 и лишь к утру на нас накатится догадка, что была в крови. Все от того, что сон под пятницу, под пятницу, под пятницу нам дан за тем, чтобы не спрятаться от нашей собственной любви. Нам дан за тем, чтобы не спрятаться от нашей собственной любви. Евгений Клячкин на музыку польского композитора Джасковского. Да. Песня называется «Подарок». Песен Евгения Логвиновой и Николая Якимова. Стихи Виктора Соснуры, петербургского поэта. Письмо из леса.
Лист желтый на небе, не желтым, но и не синим. Иголочки с блеском у елея паутина, как пена. Где-то там плачут пчелы. Вот ветерок и листья еще пролетели. Помни полет стрекозы и ее кружевца. Крылья, солнце все засевает солнечным цветом. Вот и я уйду во время луны в небе. Запах звериный, но из зверей лишь я не вою. Я как с тобой, но ты, где ты? Хоть бы оставила боль, но и боль была я. И запрокидывая лицо свое к небу, я говорю, ничего без тебя мне нету. Я говорю, ничего без тебя мне нету. Я говорю, ничего без тебя мне нету. Песня на стихи Виктора Сосноры поможет мне Алексей Брунов. Кузнечик. Я все напрашиваюсь петь их песни, вот они мне позволили поучаствовать. Ночь над гаванью стеклянной, над водой горизонтальной ночь на мачты возлагает купола созвездий. Что же ты не спишь, кузнечик, металлической ладошкой? По цветам стучишь, по злакам, по прибрежным якорям. Ночью мухи спят и маги, спят стрекозы и оркестры, палачи и чиполлино, спят врачи и червяки. Только ты стучишь, кузнечик, металлической ладошкой по бутонам, по колосьям, по прибрежным якорям. То ли воздух воздвигаешь, маяки переключаешь, лечишь ночь над человеком, ремонтируешь моря. Ты не спи, не спи, кузнечик, металлической ладошкой по пыльце стучи, по зернам, по прибрежным якорям. Ты звени, звени, кузнечик, это же необходимо, чтобы хоть один кузнечик все-таки звенел.
На стихи Иосифа Бродского, музыка Николая Якимова. Романс «Дома Мурузи». Какой-то неведомой дали просвистит молодой постовой, и бессмысленный грохот рояля над твоей поплывет головой. Почувствуешь сразу, хорошо бы пяти купола и пустому теперь диабазу завещать свою жизнь пополам. Модерн якобы, ну вообще, что значит модерн? Это тоже не похоже на традицию, да? А вот сейчас будет такая, ну уж такая традиция, что дальше некуда. Анатолий Загод на стихи Однопозова. Рельсы лунною дорожкой вдаль уходят все быстрее. Дай-ка я твои ладошки отогрею, отогрею. Рельсы лунною дорожкой вдаль уходят все быстрее. Дай-ка я твои ладошки.
дорожки отогрею, отогрею. Глупый ветер по перрону в лужах счастья ищет, ищет. Зашумел по перегону твой экспресс Москва, Мытищи. Ты уедешь, пусто станет, станет долгим, долгим вечер. До свидания, до свидания, до свидания, до встречи. Ты уедешь, пусто станет, станет долгим, долгим вечер. До свидания, до свидания, до свидания, до встречи. Сейчас появится еще один участник нашего будущего диска. Это солист Московского камерного театра под руководством Покровского Антон Брунов. Александр Дольский на стихи, на музыку. Александр Дольский на музыку, известную американскую музыку Фрэнка Синатры. Песня называется «Неведомые страны». Как легко перенестись в далекие неведомые страны. Нужно лишь закрыть глаза, представить себе пальмы и лианы. Горы вдалеке, вокруг диковинные бабочки и птицы. Синие озера, вода под гранитой, радуга искрится. Как легко перенестись в далекие неведомые страны. Нужно лишь закрыть глаза, представить себе пальмы и лианы. Оранжевым дымком вдали огромные вулканы. Месяц пробирается сквозь серые и желтые туманы. Синие слоны жуют зеленые и красные тюльпаны. В розовом песке вокруг играют золотые обезьяны. Как легко перенестись в далекие неведомые страны. Нужно лишь закрыть глаза, представить себе пальмы и лианы. Только все равно открыть глаза тебе придется. Жизнь идет, а жить закрытыми глазами нам не удается. Мне рассказывай о странах, побывать в которых приведется. Не поверят все равно тебе, а кто-то просто рассмеется. Как легко перенестись в далекие неведомые страны. Лишь закрыть глаза, представить себе пальмы и лианы. Нужно лишь закрыть глаза, представить себе пальмы и лианы. Нужно лишь закрыть глаза, представить себе пальмы и лианы. Юрий Висбор. Песня называется «Катафот». Или «Авто» называется. Правильно называется «Авто». Увы, мои друзья, уж поздно стать пилотом, балетной звездой, художником дали.
можно сесть в авто с разбитым катафотом, чтоб повидать все то, что видится вдали. И так мы просто так летим по поворотам. Наивные гонцы высоких скоростей, на миг блеснет авто с разбитым катафотом в серебряном шару, росинки на листе. А может приступить к невиданным полетам, и руль легко идет коленем, как штурвал. И вот летит авто с разбитым катафотом там, где еще никто ни разу не летал. Как просто, черт возьми, стряхнуть с себя болото, до солнца долететь и возродиться вновь. Вот дом мой, вот авто с разбитым катафотом, вот старые друзья, а вот моя любовь. Но я спускаюсь вниз, пардон, сигналит кто-то мне левый поворот, на стрелку и домой вплетается пегас с разбитым катафотом в табун чужих коней, как в старое ермо. Вплетается пегас с разбитым катафотом в табун чужих коней, как в старое ермо. Такая очень ленинградская песня Александра Розенбаума «Зимний пейзаж». Ей-богу, грех в такую ночь не выйти на свидание городу и снегу. Улицы, уставшие от бега обветренных машин, увидеть отражение души в колодце черного двора, и вспомнить, вспомнить, вспомнить про вчера, уснувшие в заснеженной, уснувшие заснеженной тиши, тиши, тиши. Как первые ночные мотыльки, как белые ночные мотыльки, летают возле фонарей снежинки, пылинки вечности по имени зима. И белыми громадами дома, и белыми громадами дома нависли над безлюдьем тротуаров, зияя трещинами арок, по городу идет зима. О, сколь прекрасно это полотно природой, сотканное за ночь. Какая щедрость в каждом из мазков, сугробами скамейки над рекой, едва подернуты туман. Нахохлившись, ворона на снегу чернеет, не отбилась бы от стаи. Как часто ночью город дарит то, как часто ночью город дарит то, что утром мы порой, что утром мы порой, что утром мы порой не замечаем. Да-д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 а
улицы людям, тротуаров зияют трещинами арок. По городу идет зима. Татьяна Агапова. Все узнали, я надеюсь, песню Юрия Висбора. А теперь тоже песня из древности. Балашов на стихи Фрейдина, «Московская цыганская». Догорает старый вальс на твоих подсвечниках. Догорит, уплывет, коснусь. Ночь моя, кровь моя, древняя, вечная. Я в апрель ухожу в синюю весну. Гнать по свету такси, жать моторной руганью, а дома близнецы на одно лицо. Путь зачеркнуть, зачеркнуть назад косыми переулками, где троллейбус цепной стережет кольцо. Путь зачеркнуть, зачеркнуть назад косыми переулками, где троллейбус цепной стережет кольцо. Раздувает зарю ветер озабоченный, поднимает фонарь медную луну. Пусть прогремит, ударит в ночь телефона очередь. Я в апрель упаду в синюю весну. Я в апрель упаду.
старый вальс на твоих подсвечниках. Да гори, уплывет, только прикоснусь. Ночь моя, кровь моя, древняя, вечная. Я в апрель ухожу в синюю весну. Я в апрель ухожу. На востоке сосны низкие растут. Был там порт один далекий, и бывало в том порту флагов пестрые ветрила, золотое полотно. Как давно все это было? Океанская заря на рассветах подымала золотые якоря, флагов пестрые ветрила, золотое полотно. Как давно все это было? Приходили в ресторан и ругали рестораны, проклинали океан. Флагов пестрые ветрила, золотое полотно. Как давно все это было? Давным-давно. Пролетели, пролетели целый век и целый год. Капитаны постарели, только в памяти живет. Флагов пестрые ветрила, золотое полотно. Как давно все это было? Мой дружище, мой товарищ дорогой, пусть тебя везде разыщет, будет пусть всегда с тобой. Флагов пестрые ветрила, золотое полотно. Как давно все это было? Давным-давно. Давно все это было, давным-давно. Как давно все это было, давным-давно. И завершим мы первую часть песни Юрия Визбора. Это была тоже песня Юрия Визбора, которая называлась «Давным-давно». И последняя песня, это песня тоже Визбора из предыдущего диска. Значит, Татьяна Агапова, Москва, Дмитрий Земский, тоже москвич, Евгения Логинова, она из Иркутска, Павел Байков, он из Пскова, я из Питера, Николай Якимов из Челябинска. То вот в одном из мест, где там есть такая замечательная фраза Визбора про москвичей, мы просто обязаны все повернуться направо и отдать им честь. Договорились? Стоят среди дороги, замерзают черти на ветру, и размеров 45-х ноги
жмутся к придорожному костру. На снежинку падает снежинка, заметая дальние края. Как ты далеко, река Неглинка, улица московская моя. Здесь другие реки покрупнее, прорубей дымятся зеркала. Тросы на морозе каменеют, рвутся тросы, будто из стекла. На снежинку падает снежинка, заметая дальние края. Как ты далеко, река Неглинка, улица московская моя. И любая малая былинка зябнет посреди сибирских льдов. Реки-реки, но ни одной Неглинки, только лишь названия городов. На снежинку падает снежинка, заметая дальние края. Как ты далеко, река Неглинка, улица московская моя. Ну так что столица мне, ребята? Мне шагать бы с вами целый век. Чтоб сказали где-то и когда-то, он москвич там, хороший человек. На снежинку падает снежинка, заметая дальние края. Как ты далеко, река Неглинка, улица московская моя. На снежинку падает снежинка, заметая дальние края. Улица московская моя. Николай Якимов, Павел Байков, Евгения Логвинова, Дмитрий Земский, Татьяна Агапова, Алексей Брудов. Традиции модерн. Второе поздравительное отделение этого концерта. И я ему очень благодарен, потому что, в отличие от большинства Лешиных знакомых, петь я, к сожалению, абсолютно не умею, но вот буду слова говорить. Я думаю, что не случайно этот концерт, юбилейный концерт, проходит в День защитников Отечества. Я так думаю, что для того, чтобы защищать Отечество, не обязательно бегать с автоматом, а можно защищать культуру нашего Отечества, то, чем, собственно говоря, занимается Алексей вот, все годы, которые он творит. Потому что я думаю, что никто не умеет так хорошо подбирать песни. Ну вот вы видели первое отделение. Нет плохих песен, понимаете? Алексей Брунов, человек с идеальным вкусом, не поет плохих песен никогда. И поэтому спасибо ему огромное за его творчество, за первое отделение. И сейчас мы переходим к поздравлениям. Понятно, что когда человеку исполняется уже так много лет, и когда он так много лет творит, за это время те, кто раньше были юными, они уже, ну вот скажем, юными деревцами, да, деревца постепенно стареют. Это, кстати, вот такая философская теория Алексея Борисовича. И постепенно, в общем, из молодых деревцов люди превращаются, да, Леша? В пни, да. Да, в пни. Вот, поэтому всех выступающих Алексей Борисович лично распределил на три категории. Какие? Пни, старые замшелые пни, пни средней терпимости и... И пеньки. И пеньки. Вот. Ну и понятно, что говоря просто вот о замшелых пнях, просто о мифических таких людях в авторской песне, вот первый такой человек, это Юрий Кукин, который сейчас выходит на сцену. Здравствуйте, я рад, что мне доверили первым поздравить Алексея Борисовича Брунова с этой знаменательной датой. Я считаю, что это первое знаменательное событие в новом тысячелетии. Это юбилей Брунова. Вот. Второе, значит, что не только 50 лет ему, по моим подсчетам, 30 лет его творческой деятельности. Вот данный как раз вот происходит. Мне так кажется. Если нет, то мы разделим, отпразднуем потом. Ничего страшного. Вот. И благодаря
его творчеству 30-летнему, я узнал много интересных песен, хороших, которых я никогда не знал, если бы Алёша не был пропагандистом, миссионером и талантливым человеком, который нам нес эти песни. И я от него знаю больше, чем от самих авторов, которые их сочиняли. Потому что Алёша был действительно в этом смысле человек очень талантливый. Но исходя из того, что тысячелетие меняется, идет смена поколений, я, значит, прочту, я их спрометнул 5 минут назад, так как я не знал, что я буду говорить, только петь. Я тут прочту стихи, которые я накропал, но я не знаю, если я их не запомню, я чуть-чуть подсмотрю. Очки один, на всякий случай один. Я думаю, что запомню. Ну вот. Ну, естественно, тысячелетия там меняются, все идет историческим путем. Жил да был Джордано Бруно. Кончил плохо, нету слов. А вот здесь Алёша Брунов, что по-нашему Брунов. Он горит и не сгорает, он летает в небесах, он поет и он играет. Доигрался, 50. Но ведь жизнь не только в струнах. Счастлив будь без дураков. Будь здоров, Алёша Брунов, что по-нашему Брунов. Я бы мог это спеть, но одновременно играть и читать трудно. Музыка тут доступна. Так, ну а теперь о смене поколений. Из песни, это я всегда пою эту песню, но в данном случае она в яблочко. Мне в следующем году 70 лет. И поэтому я, значит, так сказать, о смене поколений хочу сказать следующее. 20-летнему Алексею Брунову от 10-летнего Юрия Кукина. Тридцать лет – это время свершений. Тридцать лет – это возраст вершины. Тридцать лет – это время свержений. Тех, что раньше умами вершили, а потом начинаешь спускаться. Каждый шаг осторожненько взвеся. 50 – это так же, как 20. Ну а 70 – так же, как 10. 30 лет – это время улыбок. А не плач и не смех со слезами. 30 лет – это время ошибок, за которые нет наказаний. 30 лет – это синие горы, вкус находки и ужас потери. 30 лет – это радость и горе. 30 лет – это жизнь на пределе. Я имел в виду 50 и 70. Но Алёша, может быть, не слышал мою новую песню. Надеюсь, что вы тоже ее не слышали, я ее спою. Значит, я пересек эти века с песней «За туманом», но она еще живет. Но я написал и впервые исполнил как раз в этом веке новую песню «За туманом 2», как «Рэмбо 4», там «Рокки 3», «За туманом 2». Я заметил, что я хожу по улицам с 7 утра, просыпаюсь с 7 утра, и иду гулять до 11. Я возвращаюсь домой только в 11, у меня жена до 3 часов ночи пашет на компьютере и до 11 спит, а нет ничего страшнее не вовремя разбуженной жены. Поэтому, значит, я до 11 гуляю. И пока я гуляю, я в грезах и мечтах хожу. Вот я еду в экспедицию, вот меня вызывают и говорят, что я получил Нобелевскую премию. Вот такие вот светлые мысли приходят. И вдруг неожиданно все это выразилось в такой песенке. Сейчас зима, а я уже о весне думаю, вот когда хожу. Почему я опять вместе с солнцем встаю? Непонятное чувство, и легко, и тревожно, как осенние птицы улетают на юг. Я весной на восток, к моим рекам таежным. Я друзьям позвоню и услышу ответ. Самолет послезавтра, не опаздывай, старый.
все дела отменю, накуплю сигарет, свою сумку собрав, посижу над гитарой, а потом самолет шар раскрутит земной, а потом будут песни и ночной разговор, и, конечно, костер, и, конечно же, чай, ослепительный привкус звезд лесных у него. Я палаточный полог поутру распахну, меня встретят тайги, голубые туманы, оседлаю мечту, поскочу сквозь весну одиноким ковбоем в неизвестные страны. Почему я опять вместе с солнцем стою? Спасибо. Спасибо. Спасибо от вашего имени. Сейчас на сцену, на эту сцену выйдет поздравляющий, которого, в общем, постоянные зрители этого зала достаточно часто видят в совместных выступлениях здесь, как раз вот в Ленинградском концертном зале. Ну и больше сейчас этот человек, наверное, известен тем, что он ведет передачу на радио «Русский шансон», передачу, посвященную авторской песне, Михаил Кане и Алена Чугунова. Добрый вечер. Одно небольшое уточнение. Я веду передачи на радио «Шансон». Это просто вот две большие разницы. Ну, первое, совершенно удивительное событие, потому что я помню, когда во время ОНА Лёшке Брунову было чуть за 20, а мне было под 30, он мне казался таким мальчишкой. И, между прочим, вот все остальные годы так и казался, и сейчас кажется. То есть вот он у меня был на передаче год, по-моему, тому назад, да? И когда мы ехали с передачи, он сказал, что мне уже к полтиннику не может быть. То есть совершенно вот глядя на него, вот эта цифра к нему не лепится никаким боком. Это первое. И второе, совершенно, совершенно случайно получилось. Мы с Аленкой сейчас готовим ко дню рождения Жени Клячкина программу 23 марта. И поэтому я у себя дома кручу все время записи Жениной для того, чтобы так войти в настроение. И вот сегодня ставлю концерт 72-го года Жени Клячкина, там приходит записка. Как вы относитесь к тому, ну, вот, что ваши песни начали исполнять? И он в 72-м году, он упоминает одну фамилию, он говорит: Леша Брунов. Вот не сойти мне с этого места. Сегодня вот такое совпадение было. Так, Лешечка, для того, чтобы начнем мы с подарка, я хочу подарить тебе диск. Свой. Вот, и еще буквально пару слов, значит, о значении Брунова в авторской песне вообще. Дело в том, что в Петербурге, в Ленинграде и в Петербурге, вы знаете, очень интересная исполнительская школа. И вот Леша Брунов – это явление совершенно замечательное, и уже вот почему. Многим питерским исполнителям многие годы совершенно не было никакой необходимости записи там перерывать, на фестивали ездить. Достаточно было послушать, что поет Леша Брунов. И все. То есть вот в этом смысле, я помню, была знаменитая записная книжка, да? Аня, у тебя еще есть, Леша? Была знаменитая записная книжка Алексея Брунова, которая содержала там тысячи единиц хранения. В общем, он, конечно, громадный вклад в этом смысле внес. Вот. Ну, а я упомянул предстоящий день рождения Жени Клячкина. И мы сейчас тогда с его песни, да? Мы тогда с его песни и начнем. Скажи чего-нибудь. Работает? Работает. О, замечательно. Thank you.
антенны поют колыбельную нам. Кончается день, хотя бы ночами нам надо согреться. Волна фонарей, как морская волна, качнет нашу тень, пульсирует тень, словно черное сердце, как сердце домов в ночных городах. Корабли, дома, пассажиров везу, пассажиров везу по белой земле, сквозь белые сны, сквозь белые и земные сны, законы, по белой земле, дома, корабли. К нам, но не слушайте слов. Откройте окно, ловите мотив, то простой, то капризный. И вот, ударяясь о стены домов, последняя ночь, последнею нотой мелькнет над карнизом, и голос наш тих, но песня верна. Кричит, как зверь, протяжно и сердито. Не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта. Не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта. И отправляясь в дальний путь, нелегкий путь, представьте, дверь не забудьте распахнуть, открытой дверь оставьте, дверь не забудьте.
все распахнуть, открытой дверь оставьте. Пусть будет теплою стена и мягкою скамейка. Дверям закрытым грош цена, замку цена копейка. Дверям закрытым грош цена, замку цена копейка. Бунта метель кричит, как зверь, протяжно и сердито. Не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта. Не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта. Юрий Кукин сказал, что помимо 50-летия вот со дня рождения исполнилось 30 лет творческой деятельности Алексея. И надо сказать, что вот на этой первой половине его творческого пути, я думаю, что это, наверное, так, вот это так, половинка, было много побед достаточно у Алексея на всяких конкурсах, фестивалях, но, скажем, был в его жизни случай, когда выиграл он звание лауреатства не только для себя в 1976 году в Киеве на Всесоюзном фестивале, но и выиграл он звание лауреатства для автора песни, которую Алексей исполнял. Итак, сейчас на сцене известнейший, замечательный питерский бард Виктор Федоров. Я хочу добавить два слова, поскольку Юрий Кукин и Михаил Корне так лихо признали в своем возрасте, мы их отнесем в категорию замшелых пней. А вот люди, которые старше меня, хоть чуть-чуть, вот Виктор Федоров, он старше меня на полтора месяца, так мы его причислим к категории старый пень. Лешечка, дозволь, я тебе тоже слово молвю. Тут поступило удостоверение, значит, здесь золотым тиснением на красном написано «гений». Удостоверение номер 001, Брунов Алексей Борисович, от 23.02.2001, сроком на один год. Вот, и далее, фотопортрет и автограф еще впереди, но он уже нобелевский лауреат, как выяснилось. Согласиться я рад. Даже с первого раза, что историю творят не герои, а масса. А может, вес? И в искусстве царит до сих пор необычность. И искусство творит гениальную личность. Прошу. Более того, я вынужден сегодня обуть глаза, поскольку Алексей Борисович как-то среди ночи мне намекнул, что ты напиши, что захочешь. Я воспользовался этой опрометчивостью юбиляра. Более того, когда я сказал, что я не успею выучить, он говорит, ничего, ты напиши, а мы поддержим с Ваней. Так вот, я воспользуюсь и этим предложением юбиляра. Ну, а что мы услышим? Только, пожалуйста, поближе к глазам. Сначала этот лист, сначала этот. Я думал, ты так будешь смотреть. Нет, я так не увижу ничего. Боишься, да? Серьезно? Боишься. Ну, значит, называется она «Инквизиторская заздравная». А то у него руки задрожали. Руки задрожали. Да. Бывает.
Брунов Джордана за упрямство пострадал, за то, что лишнего заметил в небе звездном. Брунов Борисыч геологию предал, хоть исполнителем считается серьезным, свалил в Москву пяти морей Валдайский порт. В репертуаре флебустьеры, маркетантки, по слухам, питерский не чужд ему аккорд, хотя в прищуре глаз тоска по китаянке. Брунов Джордана на костре закончил путь. Брунов Борисыч у костра поет коварно и умудряется такое завернуть, шаля картавинкой с гитарой небездарно. Попроще личика, Алёша, не дури. Ты дома в Питере, все остальное лажа. Здесь кореша и посвящение в снегири, и для поклонниц ты досадная пропажа. Когда б, сэр Баскервиль, в постель овсянка, сэр, а Баскервилечу да фени глюки в люке, пусть знают янки и варяги, как в былом СССР, что мы не лебеди, не раки и не щуки. Алёша, всем нам отвечать за юбилей. Как за базар Брунов Джордана поплатился, зачем на раны сыпать соль, а не елей? Кто знает, кто в тебе, Борисыч, воплотился? Ты помудрел и сразу видно исхудал. Ты в песне авторской талантом наркоманишь. Под ваш ингоу пора кранты, сосун видал? С ориентацией народы не обманешь. Когда б, сэр Баскервиль, в постель овсянка, сэр, а Баскервилечу да фени глюки в люке, пусть знают янки и варяги, как в былом СССР, что мы не лебеди, не раки и не щуки. Обниматься. Пометуя былом СССР, давай как генсеки. Давай, не бойся. У нас с Виктором одинаковое отчество. Мы оба Борисовичи. Это вот всю жизнь он меня называет Алексей Баскервилевич, а я его Виктор Дуринтович. Надо заметить, что вообще Алексей Борисович человек судьбоносный. В общем, большинство из тех, кто сталкивались с ним на дорогах жизни, часто вспоминают эту встречу. Но вот если говорить про меня, мы с Алексеем знакомы уже, я думаю, что лет 27. Он многое сделал в моей жизни. Он познакомил меня с моей женой. Он привил мне любовь к авторской песне, потому что, как вы понимаете, 27 лет назад я находился еще в том возрасте, когда можно было что-то привить. И, собственно говоря, вот дальше что происходит? Вот когда-то 27 лет назад Алексей Борисович привил любовь к авторской песне, и теперь вот уже последние 4 года я достаточно тесно связан с питерским фестивалем авторской песни «Петербургский аккорд», председателем оргкомитета которого является Юрий Анатольевич Кравцов, которого мы попросим выйти на сцену. Юрий Анатольевич, прошу. Здравствуйте. Ну, вообще, конечно, в жизни есть много удивительных событий, но из последних потрясений это 50-летие Алексея Брунова. Когда мне сказали, что этому молодому человеку 50 лет, я, с одной стороны, испытал чувство гордости, с другой прибавил с оптимизмом. Вообще, меня иногда просят попеть где-нибудь. Я, естественно, отказываюсь. Ну, когда с этим обратился Алексей, мой хороший друг,
отказать я не мог, так что вам сейчас придется послушать, как я пою. Ну, чтобы скрасить все это, я вам могу обещать, что песня будет хорошей, короткой. И помогать мне в этом будет замечательный исполнитель Татьяна Кобасова. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя Дарья. В черно-белом своем преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат, по углам заметая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый буйвол и синий орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Белый буйвол и синий орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Вы знаете, Алексей Борисович человек очень взыскательный, и, ну, если что не по нему, он вообще так взыскивает, просто вот по высшей мерке. И когда мы обсуждали, как представлять вот следующего выступающего, Алексей сказал, просто объяви, что это мой любимый исполнитель. Итак, любимый исполнитель Алексея Брунова Валерий Чечет. Я вот хотел спеть две песни, которые, как мне кажется, немножечко проиллюстрируют отношения Алексея Борисовича с женщинами. Ну так, чуть-чуть, как мне кажется. Это мое такое личное мнение. Вот. Нет, не надо никого выводить. Вот. Первая песня Александра Вертинского, которая, может быть, немножечко вот, расскажет о том, как женщины, собственно, относятся к юбиляру к нашему. Вы стояли в театре углу за кулисами, а за вами словами звеня парикмахер, суфлер и актеры с актрисами потихоньку ругали меня. Кто-то злобно шептал, молодой да удаленький, вот кто за нас умеет водить. И тогда вы сказали, послушайте, маленький, можно мне вас тихонько любить. Вот окончен концерт, помню степь белоснежную, на вокзале ваш мягкий поклон. В этот вечер вы были особенно нежною, как лампадка у старых
икон. А потом города, степь, дороги, проталинки. Я забыл то, чего не хотел бы забыть. И осталась лишь фраза: послушайте, маленький, можно мне вас тихонько любить? А вот вторая песня, ее написал Николай Локтионов. Она, как мне опять же кажется, как раз вот расскажет немножечко о том, как сам Алексей Борисович относится. Ну, не относится, а как бы вот как он представляет себе, может быть, женщин. Ну, или относится. В общем, я запутался в словах. Почти пустой салон. Не рвутся на Чукотку, уж лучше дома водку, чем здесь одеколон. Бросает самолет, рыдает стюардесса, ведь родом из Одессы, а с Чукчею живет. Тоскливая тайга плывет под фюзеляжем. Давай, девчонка, вмажем за теплые юга, за белый пароход и золотые пляжи. Пускай печаль пройдет и на сердце поблажет, и скрипкою всплакнет разбитая гитара. И голос деки старой турбина разнесет. И вспомнишь ты потом в трескучие морозы мои слова, как розы, политые вином. Тоскливая тайга плывет под фюзеляжем. Давай, девчонка, вмажем за теплые юга, за белый пароход и золотые пляжи. Пускай печаль пройдет и на сердце поблажет. Спасибо. Прав Брунов, такой низкий бархатный тембр, изумительно приятно. Вот это он так про Чечета говорит. Ну, что сказать, за 30 творческих лет Алексей Борисович выступал и один, и выступал в дуэтах, и в ансамблях, и все-таки, когда вот опять же мы обсуждали программу этого концерта, Леша сказал: первая любовь, она самая крепкая. И так вот сейчас выйдет половинка первого дуэта, который образовывал Брунов, Вячеслав Фахратимов. Спасибо. Мне очень приятно сегодня присутствовать на этом вечере. Я, к сожалению, не смог Лешу поздравить летом, когда у него был день рождения. Но, как говорится, вдогонку. Ну, несколько слов набросал. Ты на геолога учился, мечтал месторождение открыть, но видит Бог, не для того родился, чтобы киркою землю рыть. Твои месторождения – это песни, что душу греют или веселят. Любим ты всеми, известен, тебе, Леха, 50. Но для меня ты все равно мальчишка, шутник, как прежние года. Прими подарок, эту книжку, и не забывай, дуэт наш никогда. Thank you.
Итак, ну, мы решили вспомнить старенькую песню, чтобы так, разучивать нам нечего нового сейчас трудно, времени нет, Леша в Москве. Славка, я ее не повторял, правда. Ну. Чего? Не повторял ее, ничего. Нет, мы ничего не повторяем, поехали. Так, временули, да? Да. Александр Иванов. Сергей Шелягин на стихи Иванова. А, вот так, да? Поэт мечтает о селе, о ем родимом, о землице. Поэт мечтает о селе, осточертело жить в столице, о жизни ясной и простой. Крученица поэт мечтает, ведь он гляди-кось молодой. Ему простору не хватает, ведь это что ж коженный день. Он видит ясным, ясным взглядом и покосившийся плетень, и пожилую лошадь Надю среди асфальта и стекла. Как надоело, ох, обретаться тут ни кола и ни двора, в деревню к тетке в глушь податься и пить парное молоко. А он полнюханик бидон-то, из горки видно, ух, далеко. Но прямо дальше к горизонту хрумчать шершавым огурцом, который только, только с грядки, да и с деревенским огольцом. Играть в конюшне старой в прятке и на заваленке сидеть с каким-нибудь замшелым дедом, да на ядреных баб глядеть. Поле зелено перед обедом, эх, что не говори, село души измученное от рада. Вот рифма есть гумно, тепло. А много ли нам для счастья надо? Эх, хорошо же жить в селе, как сладко спать на сеновале. Поэт мечтает о селе, поэт сидит в национале. Ну, мы сейчас вспомним песенку Юрия Висбора. Видно, нечего нам больше скрывать, все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожитое прожито зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Видишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит среди лесов. Мы растопим в доме печь, в доме печь, мы гитару позовем со стены. Все, что было, мы не будем беречь, ведь за нами все мосты сожжены. Все мосты, все перекрестки дорог, все прошептанные клятвы в ночи. Каждый предал все, что мог, все, что мог. Мы немножечко о том помолчим. И слуга войдет с оплывшей свечой, стукнет ставня на ветру, на ветру. О, как я тебя люблю горячо, это годы не сотрут, не сотрут. Всех друзей мы позовем, позовем. Мы набьем картошкой старый рюкзак. Спросят люди, что за шум, что за гром, мы ответим просто так, просто так. Просто нечего нам больше скрывать, все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожитое прожито зря,
Но не в этом, понимаешь ли, соль. Видишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит среди лесов. Я хочу сказать отдельное спасибо вот за последние две песни, потому что, честное слово, вот закрываешь глаза, ведь, скажем, изначально Алексей был другом моих родителей, и потом уже, вот, когда я там подрос. Я вспоминаю 70-е годы, когда они выступали в ПТУ-110, есть у нас такое ПТУ в городе, в котором работала моя мама учительницей, и мы потом миллион раз слушали вот эти записи их концертов на еще вот этих вот бобинных, у нас была такая магнитофонная приставка «Нота», и, в общем, конечно, спасибо, потому что это было здорово и тогда, и сейчас. А сейчас вы уже поняли из разговора, что вообще-то Алексей по образованию он геолог, и вот среди выступающих нашелся все-таки его коллега по профессии. Но тоже, я так понимаю, что вряд ли он работает геологом на самом деле. Нет, хотя нет, не нет. знаю, работает, да? Нет, он работает геологом, ты знаешь, во Всесоюзном геологическом институте, где я провел 4 года своей трудовой деятельности. Вот, значит, выходит на сцену настоящий геолог Леонид Мортберг. Добрый вечер. Здравствуйте, Алексей Борисович. Тут вот очень хотелось вам что-то приятное сделать, поэтому пришлось покопаться, посидеть в библиотеках, там, в архивах. Вообще-то получился целый том, но у нас нет времени все это зачитывать. Поэтому очень коротенько, это называется «Штрихи к биографии Алексея Борисовича Брунова». Алексей Борисович Брунов родился хмурым августовским утром 1950 года. На дворе свирепствовали репрессии, назревало дело врачей. Вся страна тряслась от страха, и только маленький Леша лежал в своей колыбельке, обнимая боевую гитару и счастливо улыбаясь, и наигрывал мелодию песни Мирзояна на стихи Бродского «Натюрморт» на шестой струне большим пальцем левой ноги. Через год Леша заговорил. Первым произнесенным им словом было «Висбор». Вскоре началась оттепель. Леша догадался об этом, потому что пеленки стали сырыми и теплыми. В детстве Леша любил прыгать через костер, за что и получил свою фамилию. Спасибо. Когда Леша вырос, он решил стать геологом. Однако вовремя догадался, что в ближайшие годы олигархи продадут на Запад все полезные ископаемые. И решил долго там не задерживаться. Но геологию все-таки Леша полюбил. Особенно ему нравились слова «гексагональная сингония» и «ромбододекаэдр», которые он старался употреблять как можно чаще, несмотря на то, что его друзья считали их матерными и часто грозили физической расправой. Все-таки Леша несколько раз ездил с геологами на полевые работы, и однажды его укусил клещ, и с тех пор он полюбил песни Владимира Турьянского. Леша всегда отличался необычайной застенчивостью, которую многие по незнанию часто принимали за склонность к употреблению крепких напитков. Мало кто знает, что Леша сам очень давно сочиняет песни. Однако все та же природная застенчивость привела к тому, что до сих пор Леша исполняет свою лучшую песню «Yesterday» под псевдонимом Пол Маккартни. И всегда почему-то по-английски, хотя у него есть русский текст. А в общем, Леш, ну, мы все тебя любим, и мы тебе желаем и дальше всего того же. А вот песенку мне поможет спеть замечательная совершенно Сонечка Карабинская. Дело в том, что поскольку вот Леша очень большой специалист по Висбору и вообще по классикам, то мы решили, что и спеть-то ему надо посвящение Окуджаве. Да. Когда-то мы жили, не зная вины, как дети чисты и смешаны.
Когда-то мы жили у красной зари, у белой скалы, у синей волны. Когда-то мы жили у красной зари, у синей волны. И солнце летело, и месяц парил, и звезды, и птицы, и сны. Вели хороводы у красной зари, у белой скалы, у синей волны. Вели хороводы у красной зари, у синей волны. А нынче печально чадят фонари, и в сумерках ждем весны. А где-то светает у красной зари, у белой скалы, у синей волны. А где-то светает у красной зари, у синей волны. На север, на запад, на юг посмотри, пройди от стены до стены. Не видно ли где-нибудь красной зари, у белой скалы, у синей волны? Не видно ли где-нибудь красной зари, у синей волны? На сердце упрямо тебе говорит, мы будем удачей полны. Когда-нибудь где-то у красной зари, у белой скалы, у синей волны. Когда-нибудь где-то у красной зари, у синей волны. Надо заметить, что Алексей Борисович обладает совершенно чудесным даром. Он умеет собирать вокруг себя очень интересных людей. Я думаю, что происходит не только потому, что им интересно с Алексеем Борисовичем, потому что с Алексеем Борисовичем всегда интересно. И он умеет показать что-то новое, просто на то, что ты видишь там всю свою жизнь, заставить посмотреть по-новому. Но и потому, что Алексей Борисович совершенно искренне умеет восхищаться тем, что хорошо делают другие люди. И вот когда он делал диск Висбора, я всю память листаю, вот тогда он начал работать, я так понимаю, что это было тогда, с Татьяной Агаповой и Евгенией Логвиной. И вот когда он привозил еще первые, там, несведенные песни, он говорил: послушай, как это здорово, послушай, как здорово они поют. И потом у них была поездка вот Байкал, Иркутск, это просто вот Алексей привозит оттуда фотографии, рассказывает про это, и рассказывает, просто восхищаясь и людьми, которые его окружают. Итак, сейчас его будут поздравлять те, кто здесь были в первом отделении на сцене, но сейчас это будет поздравление. Евгения Логвинова, Татьяна Агапова. То, что мы сейчас споем, трудно назвать хорошей, настоящей авторской песней, но это песня нашего сочинения, правда, наполовину. Одну из половин написал Константин Райкин, а точнее, это его музыка. Вот. Но песня была придумана нами от души вот к этому большому событию, к 50-летию Алексея Борисовича.
И то, о чем там поется, это все правда. Девичья лирическая. Да, мы еще попросим помочь Алексея Борисовича. Я уже понял, да. Мама, я страдаю, я не понимаю, что со мною. Днями и ночами тихо и печально песни пою. Смутил меня один знакомый хороший. Алексей! Алёша! Он, наверное, избранный. Так поет он в избо-рояле, таю птицею к нам на репетицию. Знаете, вы вроде гороскопы в моде, как ни крути. Знаете, вы точно лев главнее прочих, всех впереди. Ну, в смысле, всех крутее. В знаках зодиака сразу после рака грозен и опасен, но в душе прекрасен ласковая киска. Только слишком близко не подходи. Он высокий, стройный и разносторонний, жгучий брюнет. Летчик он геолог, юморист, психолог, знает секрет, как стать звездой экрана. Голос, эрудиция, им страна гордится. Лёшка, я признаюсь честно, вам честно, личность интересная, нравится немножко мне Брунов Алёшка. Личность интересная, я признаюсь честно, вам нравится немножко мне Брунов Алёшка. Нравится немножко мне Брунов Алёшка. Честно. Да, ну, после такой песни, конечно, в общем, надо заканчивать концерт, потому что тут уже не добавить, не прибавить ничего нельзя, хотя, в общем, прибавить одно можно. Говоря об Алексее Борисовиче, никак нельзя умолчать о безумной тяге Алексея Борисовича к розыгрышам. Все, кто долго с ним знакомы, они от этого не один раз пострадали в своей жизни, потому что разыгрывать он умеет... Просто, ну я не знаю, это такой талант особый, причем это всегда делается сверхправдиво, хотя выдумывается периодически просто что-то абсолютно нереальное. Ну вот перед этим концертом, скажем, мама мне рассказала, что много лет Алексей одного из наших бардов преследовал тем, что он всем своим знакомым рассказывал, которые ходили на концерт этого барда, что человек ужасно любит колбасу. И вот лучший подарок для него на концерт, не надо цветов никаких, вот колбасу вот ему вот обязательно, причем определенного сорта. И ведь были люди, которые выходили после этого на сцену и дарили человеку вместо цветов колбасу, а ведь тот-то не понимает, в чем тут дело. Вот такое вот. И я, насколько знаю, вот есть определенный розыгрыш. Вань, шутка, а да. Как звали нашего председателя Совета министров? А, Тихо, да, вот. Это тоже, вот это, понимаете, много лет назад Алексей мне сказал, ну вот кто знает, вдову Юрия Висбора зовут Нина Тихонова Висбор. И мне Алексей много лет назад совершенно спокойно сказал, что вот, говорит, ты знаешь, Нина Филимонова, вот как Висбор вообще женился просто на дочери партаппаратчика, говорит, помнишь, Николай Андреевич Тихонов у нас был председатель президиума Верховного Совета? Я говорю, помню, вот это его дочь. И я много лет в это совершенно четко верил, до тех пор, пока до меня даже просто, я как-то так думаю, как же так, она Нина Филимоновна, а он Николай Андреевич. Причем я это всем рассказывал, все удивлялись, что действительно, вот как так, Висбор и дочь, вот просто председатель. Вот так. И вот, насколько я знаю, определенная шутка есть, связанная со следующим выступающим, да, Алексей? Сейчас выйдет поэт Камня, насколько я знаю. Поэт Камня, это Михаил Триггер. Дело в том, что кто знает внешность академика Ферсмана, академик Ферсман очень похож вот на Михаила Триггера. С годами мы выровнялись с тобой. Вот. И как-то я, значит, на одном из вечеров творческих поэзии Михаила Ефимовича, значит, я принес афишу со столетия академика Ферсмана, где он совершенно лысый, как коленка. Я вместо этого, значит,
все было написано про него, но то, что это поэт камня, я оставил, значит, поэтому триггер идет у меня как поэт камня. Любимый, дорогой, обожаемый поэт камня все-таки. Мне выпало счастье знать Брунова. Мне выпал жребий выступать с ним. Помнишь Леша Бревана в городе Горьком, который мы таскали на горбу, чтобы нас переправили на другой берег Волги, где давно ждала озверевшая публика? Но об этом потом. Мне выпал кошмар проживать с Бруновым. Помнишь, Леша, счет из Казани за разбитый сливной бачок? Но об этом потом. Мне выпал ужас совместных поездок. Помнишь, Леша, утренний самарский газик, летящий почему-то в противоположную от аэропорта сторону и отобранные тобой часы, чтобы я не орал, опаздываем? Кстати, где они? Но об этом потом. Мне выпало бремя быть объектом его знаменитых шуток. Помнишь, Леша, душ на Урале, направленный на мою сонную голову, когда меня спас неисправный водопровод? Но об этом потом. Мне довелось даже творить вместе с ним. Помнишь, Леша, борзовку 91-го? И об этом не потом, а прямо сейчас. Я сейчас надеялся вытащить его к микрофону, но он заявил, что забыл слова, что меня страшно удивило. Почему, вы сейчас поймете. Итак, итальянская народная мелодия, слова Ленина. Революцияре, волюцияре, во, люция, революция, 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 революция. Революция, революция. Итак, как вы поняли, мне много выпало и много перепало. И вот теперь мне выпала радость поздравить Брунова, что я с восторгом и делаю. Ода к Брунову. Эпиграф. Человек это звучит. Алексей Максимович Горький. Брунов, как много в этом звуке, для сердца русского слилось. Он не живет с гитарой врозь, и коль возьмет гитару в руки, то всяк другой гитару брось. Брунов, как мало в этом звуке изящных и других манер. Но если брать с кого пример, в нелегкой песенной науке Брунов здесь истинный премьер. Брунов, смешалось в этом звуке до черта звуков и иных. За столик кутерьма лихих. Колец вагонных, перестуки, приколы в телефонной трубке, возног гоняющие шутки, висели час и боль разлуки. Я где-то спер последний штрих. Звучи, Брунов, как прежде гордо. Ты при наличии струны, как Кашпировский для народа, ведь от аккорда до аккорда, как в бане, не стареем мы. Никого нельзя жалеть, ни красавца, ни уродца. Эта жалость обернется и ударит, словно плеть, и ударит, словно плеть. Никого нельзя прощать, ни за слово, ни за дело. Что хоть раз тебя задело, то прорежется опять. Никого нельзя щадить, ни в полете, ни в падении. Беспощаднее снисхождение, ничего не может быть, ничего не может быть. Но сквозь ниточку дождя, по запущенным аллеям, я иду опять жалея и прощай, и щадя. Потому что долог путь, и нужна такая малость, и прощение, и жалость, и пощада чья-нибудь. Очень многому в своей жизни Алексей Борисович приложил руку и, как ни странно, приложил руку и к зоопарку, к нашему ленинградскому, директором которого, собственно говоря, я являюсь. Во всяком случае, появлением там концертного зала 5 лет назад, во многом, жители нашего города, вот за появление этого зала, жители нашего города должны быть благодарны Алексею, потому что первоначальные планы, связанные с появлением этого концертного зала у нас, что там делать и как, мы обсуждали именно с Алексеем. И тогда, собственно говоря, Алексей познакомил меня с Вячеславом Ковалевым, который сейчас выйдет на сцену, который, помимо того, что он является представителем современной авторской песни, как он себя позиционирует, представитель современной авторской песни, он еще является администратором нашего концертного зала. Итак, Вячеслав Ковалев. Когда я познакомился с Алексеем Борисовичем Бруновым, ну, давно это уже, так сказать, было, он мне сказал такую фразу, ну, как бы рассказывая про себя,
Он говорит, сам я, вернее, со сцены я песни пою грустные, а сам я в жизни человек очень веселый. И вот в дальнейшем я имел возможность убеждаться в этом неоднократно. Вот, например, вот вы вдумайтесь, собственно, да, вот что сегодня происходит. Концерт авторской песни. Ведущий директор зоопарка называет Кукина замшелым пнем. После меня, кстати, сюда вот выйдет петь доктор Щеглов. Вот так. И раз уж заговорили об этом зале, я вам, уважаемые любители авторской песни, которые там еще не были, все-таки очень рекомендую туда прийти, потому что иногда на концертах авторской песни мы используем такие возможности, которых нет ни у одного концертного зала в Питере. Вот в частности, я вам расскажу такую коротенечкую историю. Перед одним из концертов Алексея, ему там вот в гримерке говорят, он вроде как уже на сцену рвется, а ему говорят, да ладно, там народ еще подтягивается, попозже начнем там. А у нас в зоопарке есть такая слица очень умная, Моника. Она правда умная очень, она по лестницам может ходить. Иван Владиславович ее иногда театром в аренду сдает для спектаклей. И я в это время в зале объявляю, дорогие друзья, добрый вечер, спасибо, что вы решили провести этот вечерок сегодня с нами. У нас сегодня в гостях известный исполнитель авторской песни Алексей Брунов. И на сцену выталкивают Монику. Ну, публика, конечно, в шоке, но наиболее продвинутые начинают шутить, типа, Леха, почему не побрился? А потом, ну, она к сцене привычная, постояла немножко, ушла. И потом, значит, Брунову говорят, ну все, пора, наверное, уже там начинать концерт, пойдем. Вот, и я снова говорю, добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях известный исполнитель авторской песни Алексей Брунов. Брунов выходит, все смеются вообще. А он не понимает, он говорит, добрый вечер, все такие ха-ха-ха. Ну вот, и не понимает, что происходит. Но зато какой посыл сразу задали. Ну, сейчас такой текст. Я поэт, ты сын поэта. Я умен, ты образован. Ты талантлив даже летом, я бездарен по сезонам. Наступившему на грабли каждый критик дико рад. Рад выдавливать по капле свой арабский концентрат. У поэта не все дома, в отпуску семья поэта. Тяготит его истома и не вдохновляет лето. Он отныне только брасом заплывает за буйки. У матросов нет матрасов, у матросов гамаки. У матросов нет матрасов, у матросов гамаки. Над поэтом бродит небо, под поэтом бродит суша. Разморила душу нега, солнце жарит, жажда сушит. Чтобы выдумать такого, чтобы парни мел костей. Посмотрите на Брунова, океан людских страстей. Хотя жить поэзией не ново, но и прозой не новей. У поэта мало денег, не дают за рифмы взятки. Он красив и мало денег, но душа уходит в пятки. Что поэзия Помпея, дни которой сочтены. Я б любил ее сильнее, если б не было жены. У поэта худо дело, муза в темечко не жалит. От жары прокисло тело, все течет и все мешает. Комары вторые сутки рвут беруши тишины, застывают в Камасутре поэтические сны. У поэта сухо в горле, боль в затылке сводит брови. На корню завяли корни, мысли слиплись в самой кроне. 30 лет с начала мира провожают по уму.
сотворю себе кумира, чтоб не квасить одному. Жив поэт и снова дома, позади осталось лето. Не закончены три тома, не дописано либретто. Усвистели пароходы, отзвенели поезда. У природы нет погоды, у природы, как всегда. У природы нет погоды, у природы, как всегда. Давайте букет. Очень разные люди вот окружают Алексея Брунова, но сейчас на сцену выйдет человек с очень странной для нынешнего вечера профессией, с одной стороны. А с другой стороны, Алексей сказал, что вот действительно врачебную помощь он ему оказывал. Да, Леша? Перевязывал рану? Было такое? Ну, пускай он выйдет сначала сюда. Пускай выйдет. Итак, доктор Щеглов. Спасибо. До свидания. Дорогие друзья и почитатели юбиляра, ну вот сначала пару тезисов. Тезис первый. Вы знаете, есть очень мудрое и доброе правило, что в ответственные дни, если не сказать в критические, врач соответствующего профиля всегда должен быть со своим пациентом. Поэтому я не мог сегодня сюда не прийти. Это все как бы понятно, да? Тезис второй. Насколько я понимаю, из всех поздравляющих только Иван Владиславович Корнеев и я все это делают без гитары. Как нам доступно объяснил юбиляр, модернизм – это то, что нарушает традиции. Иван Владиславович, мы модернисты. Мы нарушаем традиции, мы поздравляем без гитары. Имейте это в виду. Теперь немножко аналитических рассуждений. Ну, как бы в чем суть вот этого господина и его творчества? Ну, конечно же, в бесконечных противоречиях. Вот заметьте, живет в Москве, а считает себя петербуржцем. Причем, как бы по, видимо, уже по возрастным изменениям, упорно называет наш город Ленинградом. Это было с самого начала предъявлено как клиническая история. Второе, действительно, на сцене романтичен, лиричен и высок. А в жизни нелепые шутки с элементами абсурда и, в общем, так сказать, изрядной долей цинизма. А в личную жизнь не погружаясь, клятва Гиппократа. То есть вот эти противоречия невротические, которые он не может решить, как раз и обуславливают его судорожное вцепление в гитарный гриф, который как бы символизирует его инфантильную суть и недостаток всего того, чего ему бы хотелось к своему 70-летию. Естественно, все теоретические тексты бессмысленны, если их не сдобрить какой-то клинической иллюстрацией. Чистая правда. Где-то дней 35 назад Алексей мне позвонил и с присущим любому недолеченному у логопеда дефектом, говорит, все, прошу 23-го января. Я услышал января. Я сюда пришел к 19 часам 23 января. Когда я вошел, значит, какой-то строгий человек что-то меня поинтересовался, говорю, я на концерт. Он говорит, не смейте это называть концертом. Думаю, так, не слабо, интересно. Вхожу в гардероб, все, осматриваюсь, какие-то очень подозрительные люди, какие-то горящие глаза, какие-то группки, шепотки, как бы сразу же вспомнилось психиатрическое прошлое. Я ничего не понимаю, вхожу в зал, море каких-то людей с очень странными глазами, артикуляцией. Не, думаю, ну нашел он своего зрителя наконец. Короче, маг и колдун Левшинов в это время здесь исправлял карму, менял судьбы. Это было 23 января. Да. Ну и что ж, вот во след или вслед, или в
послед, я не знаю, как там. Да, получилось написать книжку по безумию. Это детектив, основанный на сексуально-психологических коллизиях. И прототипом самого неприятного и патологического персонажа послужил наш юбиляр. Я ему вручаю. Я хочу добавить, вообще, Лев Щеглов был просто нашим врачом в моем первом стройотряде. И вы знаете, этот человек очень любит песню. Действительно, он знает очень много песен. И я помню, когда мы после тяжелого рабочего дня, там студенческого, мы делали лэп, лазили по столбам, как кошки с этими. На кошках, в общем. Это сам лапочку Ильича, значит, проводили в село. Вот, так он действительно, вот, когда уже уставший, все мы, конечно, там пели песенки у костра, расходились все, кроме Щеглова. Я ему, глядя напряженно в глаза, до 5 утра пел песни, а он мне, между прочим, акапеллы. Вы не знаете, как он поет хорошо, акапеллы. Может, давайте попросим его спеть все-таки, а? Да нет. Леша, у меня два комментария к предыдущему выступлению. Во-первых, я понял, что Лев Щеглов человек достаточно все-таки злопамятный. Он не простил нам того поздравления, которое мы ему сделали на его 80-летие, недавно отмеченное. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, что он не простил тебе той шутки, когда ты запустил ему в палатку саранчу, а кто не знает, Щеглов страшно боится насекомых, хотя в принципе щеглы, они вообще ими питаются, это странно достаточно. И кроме того, второй комментарий, когда вот он пришел сюда и увидел здесь этого вот мага и кудесника, он позвонил мне на мобильный телефон, и, надо сказать, было очень странно вот из уст этого вроде бы интеллигентного и милого человека слышать ненормативную лексику, вы понимаете? Мягко говоря, первая фраза звучала так. Иван, неужели этот чудак Брунов опять, мягко говоря, пошутил? Дальше я услышал очень большой спич. Итак, все-таки мы подходим к завершению нашего концерта. Ну, все-таки у нас сегодня юбилей, такой серьезный возраст, серьезный творческий возраст. Итак, на сцену выходит молодое поколение. Василий Копосов выходит на сцену. Поздравлять Алексея Брунова. А теперь про любовь. Я бы сказал тебе много хорошего в тихую лунную ночь у костра, в зеркале озера звездное крошево я подарю тебе вместо венца. Бархатом трав лесных плечи укутаю и унесу тебя. Подпевайте, подпевайте, помогайте. В млечную даль, чтоб не искала ты встречи со скукою, звонкою радостью гнала печаль, песнею звонкою стужу развею я, чтобы оттаяли искорки глаз, и расскажу тебе, если сумею я, как я люблю тебя тысячу раз, и расскажу тебе. Если сумею я, как я люблю тебя тысячу раз. Мне очень нравится, как поет Вася Копосов. Вообще мне нравится, потому что это дружок моего сына Антона. И они вообще похожи внешне. Вася, мой Антон, они дружат. Я доволен очень их дружбой. Надеюсь, мой Антон тоже научится играть на гитаре и будет петь вместе с ним дуэтом.
Значит, я хочу теперь сказать всем спасибо моим друзьям. Действительно, мои друзья и по песенному цеху, и просто друзья. Сказать спасибо за тот хороший вечер, который они устроили мне. Вам спасибо за то, что вы так внимательно слушали и первую часть, и радовались второй части. Я хочу позвать всех участников. Вот еще идет мой старый друг Валерий Карташкин, врач-хирург. А мы, хирурги, люди простые. Нам вот за жизни расплачиваются бутылками. Я знаю, чья здесь жизнь. Лёшка, я тебе дарю вторую. Хочу позвать всех участников на сцену, всех, кто еще может пить. Вот там наверху должны нажать кнопочку. И алмазинки дождя на крыльях вогнутых дрожат. Ах, как грустно это все! Как это все давно знакомо, а по радио твердят, что здесь никто не виноват. Погода, погода, заката, с восхода тянется погода, погода, циклон свиданий и разлук. За туманом, за дождем, за много сотен километров есть другой аэродром, где много всякой синевы. Там стоит мой человек и щурится от теплых ветров и не знает, что пока задержан вылет из Москвы. Погода, погода, заката, с восхода тянется погода, погода, циклон свиданий и разлук. Погод и ясных, и неясных ждали мы друг друга в снег, друг друга ждали под дождем. Что ж, пожалуй, это все, наверное, было не напрасно. Много ждали мы с тобой, туман, надеюсь, переждем. Погода, погода, заката, с восхода тянется погода, погода, циклон свиданий и разлук. Пианист. Погода, погода, циклон свиданий и разлук. Спасибо, друзья. До встречи на столетии Брунова.